и пока только у Маши бросок. Кателин, что ты обижаешься? Ты не обижаешься. Я делаю бросок. Сейчас. Она меня хочет, она на базаре кинул. Он кинул? Ты видел? Ну ты же боролся. Он так говорит, вы не поняли, что он хотел. Он не на айфон, а на базаре кинул. На базаре был бросок? Все, не знаю, боритесь. Ты, если ты видел один раз, ты же боролся. Бороться. Кирилл, а ты указал на бок? Базарь. На бок так. Ты указал? Оставь. Так, это кто больше? Бутов. Ты молчишь, я тебе не записываю, Бал. Скажи, Сергей Анатольевич. Да. Есть, да. Все, пошел. Там Бутов ведет. Кателин, я же говорил, боритесь. Значит, должны говорить. А ты борешься, ничего не говоришь, и хочешь, чтобы потом тебе давали. Она даже сказала, что не было. Ну? Но она не... А как ты мог видеть, она, если она говорит нет, значит, там спорный момент. Ну давай, борись, я буду смотреть. Не разговаривай, Борис. Ай-яй-яй. Нету. Как? Но я же был бы... Ну, смотри, стой. Вот, проси его. Он перевернулся в воздухе и упал на живот. Держи, держи его. Руку назад. Переворачивай Максима. Нет. Есть. Второй балл. Так, держать. Считай вдох, Миша, 10 секунд. Это считается удержание? Да, да, а что это такое? Маша, стойку на ковром. Оп, руку! Был бросок. Руку не выставляй. Так, стоп. Ты выиграл? Да. А что ты молчишь? Я выиграл. Так скажи, Сергей Анатольевич. Я сейчас я запишу, подожди. Кто из вас выиграл перед этим с вас? Дискон. Дискон ушел. Значит, цирк имеет шанс. Готовы? Начали. Маша, один бросок, Каталин, один бросок. Дискун одна победа, Бутук две победы, Кинку одна. Ну кто триллиард заработает? И вкусный приз. Нет. Есть оценочка! Миш, оп! Жив. Кателин, стоп! Кателин, стоп! Этот... Дискун. Бутук, помоги ему. Вот так. Вот так, да. Так. Сейчас, одну секундочку, стоп. Так, Миша. Миша, одно очко. Макс ушел. Дан вышел. Готовы? Хаджин. Да. Сразу, Миша, сразу его, сразу дергать. Не обязательно залезать, показать, а потом бросить. Оценка. Так. Третье очко буду. Да, у нас лидер образовался. Нет.
сейчас через грудь. Держи, держи. Локоть держи, локоть. А сайкоме. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Стоп, Маша. Маша, очко. Катерин, классно, классно, но не до конца доделал. Маша, два, один ведет, пока. До конца, Миша, побоялся, блин. И это-то не считается фактор. Делай болевой. Сядь на болевой, Дани. Борис, Борис Катерин. Все, что она делает, она специально тебе на зло делает. Правильно она делает. То есть разозлить надо своего партнера. Если партнер злой, значит она правильно поступает. Так же и ты делаешь. Нет? Стоп! Стоп! Каталин. На стойку. Даник, надо переворачивать. Что такое машина? А, Каталин. Оценка. Так, Вискун. Третье очко. Если будет болеть, скажешь, я тебе что дам. Каталин, не бей просто по ноге. Пожалуйста. Аджина. Еще раз. Маша 2, Каталин 1, Весун 3, Бутук 3, Хинку 1, Буга 1. Она начала на ковре. Я не вышел за ковер.
Поэтому один пал Маш. А там был бросок с ковра туда, и все. Нету. Но! Есть сверху. Да, мама. Ты молодец, ел через грудь, но ты упал на спину, а потом его перевернул. Если ты перевернул его на спину, а потом упал. Так, сверху раз, два, три, четыре, господа, раз, два, три, четыре, тук пять. Сколько это время? Четыре. Сколько? Почему пять? Сколько времени? Два? Нет, еще, у них еще есть, у них еще 20 минут. Есть возможность. Да, ничего. Ничего. Честно. Пока не честно, он сейчас тебя крякнет. Держи! Нет. Стоп, стойка. Даник, что такое? Завелся? Все, Даник ушел, Макс вышел. Не давай, Маша, пояс. Не давай, осталось 5 минут. И здесь руку не давай. Уходи дальше. Уходи, плечо, плечо, руку, плечо. Не дай ему подойти. Правую руку ниже на плечо, не дай ему подойти. Осталось 4 минуты. Нечестно. Смотри, сейчас он тебя честно как шмякнет в песку. Молодец. А ну, Денис. Зацеп более не снаружи. Вот-вот-вот, умница. Через грудь его, назад, назад. Матэ. Стоп. Я не видел. Матэ. Мне кажется, там не было. Макс, стойку. Макс, собери. Хочу. Ну, Каталин, уже захват есть. Есть! Базарим. Базарим. Сколько осталось? Спрашиваете, чтобы я наказал. Почему? Это приведет к травме. Поэтому я еще раз прошу вас. Тем более вас. Этот цвет секции моей, вы такие ошибки совершаете. Меняемся.
Yeah.
бачили. Приз виберіть самі.
Габари. Ай-яй-яй. Нету. Как? Но я же говорю, вы... Ну, смотри, стой. Вот, проси его. Он перевернулся в воздухе, упал на живот. Держи, держи его. Руку назад. Переворачивай, Макс, его. Нет. Есть, второй балл. Так, виску, одна победа. Что? Я делал такой зубной, а где я такой? Ну так не считается. Локоть и таз не считается. Надо на бок упасть. Хасина, у вас? Я. А, Даник, сейчас, одну секундочку. Видите, Даник. Есть победа. Вперед, Миша. Нету. Что ты такое обидчивый, могу понять. Сделай так, чтобы всем ясно было, что ты бросил, и никто ничего сказать не мог. Вот Юрий Александрович будет смотреть за тобой. Юрий Александрович, посмотри за Катерину. Ну, переворот. Нет. Задушить его. Задушить, перевернуть его. Держи его, Миша. За руку. Нет. Стоп, стоп. Говори раньше. Вот тут. Есть очко, Мате, Каталин, образов считается, 1-1. Макс, останови за ковром. Да не разговаривай, возьми еще раз, запусти и все. Стоп, подожди, да, все нормально? Смотри, Маша, если он берет сюда, значит будет бросать через грудь. А раз он берет сюда, значит делай мельницу. Я для чего мельницу тебе заставлял делать? Он все время будет через грудь бросать. Не давай ему пояс. Молодец, Каталин. Нет. Мате. Стоп, Мате. Виску, Мате. Миша, совсем плохо держишь захват. Надо за шею ты подмышку. Сейчас улетишь как... Мате! Мате! Так. Миша зашел, да? Да, он ушел. Кто из вас выиграл перед этим схваткой? Бескон. Бескон. Бескон ушел. Значит, цифру имеет шанс. Готовы? Паджеры. Маша, один бросок, Каталин, один бросок. Бескуда одна победа, Бутук две победы, Кинку одна. Ну, кто трелее заработает? И вкусный приз. Нет. Есть оценочка. Миш, оп. Жив. Катерин, стоп. Катерин, стоп. Вискун. Бутук, помоги ему. Ага. Вот так. Вот так, да.
Так. Сейчас, одну секундочку, стоп. Так, Миша, Миша. Миша, одно очко. Макс ушел. Дан вышел. Готовы? Да. Ажин. Сразу, Миша, сразу его, сразу дергать. Не обязательно залезать, показать, 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 а потом бросить. Оценка. Так. Третье очко бутылку. Опять сейчас через грудь. Держи, держи. Локоть держи, локоть. Асайкоми. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Стоп, Маша. Маша, очко. Катерин, классно, классно, но не до конца доделал. Маша, 2-1 ведет пока. До конца, Миша, побоялся, блин. И это-то не считается. Фактор. Делай болевой. Сядь на болевой, Дани. Борис, Борис Катерин. Все, что она делает, она специально тебе на зло делает. Правильно она делает. То есть разозлить надо своего партнера. Если партнер злой, значит она правильно поступает. Так же и ты делаешь. Нет? Стоп! Стоп! Каталина. На стойку. Даник, надо переворачивать. Что такое машина? А, Каталин, оценка. Так, Вискун, третье очко. Если будет болеть, скажешь, я тебе что дам? Нет, не выставлю. Если только бутылка разрешит тогда, а так нет. Каталин, бери ее сверху, захватывай, сади ее в бараний рог и все. Вот повыше руку и садись. Нет, стоп, стоп, Катерин. Там за ковром не надо. Катерин, стоп. Стоп. Здесь видишь. Давай, ты же отдыхал. Да, а ты отдыхал и не атакуешь, ты ждешь. Зажрать его, блин. Сверху захват подерни пару раз, упадет на колени, накажем и все. Нет, стоп, 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 стоп. Андрюха, у тебя низкая вот эта рука. Ты хорошо лезешь на бой. Но вот эту руку, смотри, надо отпускать и туда. Вот смотри, вариант. Отпускаешь и туда, без захвата, за шею. Оценка, Маша, стоп. Или, или, возьми выше захват тогда. Маша, оценка. Бросок, Хаджиме. 3-1. Ну была задняя подножка, что ты согласен. Хорошо. Да возьми, отыграешь, что ты смотришь, блин? Нет. Держать. Асайкоми. Раз. Стоп. Сырку, стоп. Так, Даник, стоп. Буга, стоп. Маша, стоп. Вы остаетесь. Так, перед этим кто у вас выиграл? Миша, да? Миша ушел, Добровский вышел. Зайди, сейчас, Денис, чуть-чуть убери. Подержись, да. Зайди ко мне. Маша, потом, потом. Зайди ко мне и на диване в конце, черный такой щиток. Наверху сразу лежит. Да. Иди сюда. Все. Отжимаем. Да.
4-3. Сверху, на среднюю душу. Где тебя ударили? Вот здесь. Вот так это, да. Так, Каталин, соберись. Вот сейчас можно было туда запустить. Давай, Добровский, давай. Покажи сзади, вот с этого захвата надо посадку делать. На заднюю залез, он развернулся, бросил зацепом голенью снаружи. Прыгай, прыгай! Тебе, Денис, надо было доворачивать до конца, была бы оценка. А тебе, Сергей, надо прыгать был еще. Есть оценка. Каталин 2. Маша, как только он берет за пояс, не делай заднюю, сразу убегай, сразу уходи назад, назад, назад и мельницу. Или просто уходи. Но, Максик, меняешь захват, Максик, правый сверху. Ну, разверни. Пошел! Есть оценочка. Сербо. Подхват. Не давай. Держать, держать его. И душить. Крынку стойка. Если делаешь заднюю, Маша, надо как молния влезть. Иначе он через грудь сделает. То есть показать. Потом раз. Мате. Маша, ты сюда. Маша, не выходи. Замечание шида. Решит. Нет. Но он тебя спас. Скажи ему спасибо. Он мог пойти дальше, но там дальше что было? Стулья. Поэтому просто скажи спасибо. Да, что он тебя головой не воткнул. Спасибо, Андрюха. Да не просто бей, надо подсечку делать, выводить и бросать, а просто бить. Это мой тайм. Ну! И пом! Ой, не бомба базарит, но оценочка. Сербо 2. Бутук 3. Бискун 4. Так, Хэнкл Матео ушел. Буга вышел. Маша, не выходи за ковер. Второе шина. Третье, я ему даю очко. Но ты не выталкивай специально. Ты подводи, Каталин, подводи и так держи. Как она только погуляет 3-4 секунды. Вот, и ты то же самое делай. Если в борьбе, то не считается. Если просто гуляешь, тогда буду считать шире. Ну, вот назад. Покажи вперед, брось назад. Покажи подхват и сделай заднюю. Заднюю! Высоко подсекаешь, поэтому он вряд ли упадет. При подсечке захват снизу правой рукой. Давай. Есть! Каталин, третья. Машенька, посмотри на меня. Ты влезла на заднюю и стоишь на двух ногах. Стоишь. Он тебя взял. Ты стоишь. Надо с падением делать. Хорошо? Стойку. 3-3. Нет, у тебя 4, у Бутука 3, у Сырбу. Сырбу 2, да. У Маши 3, у Каталина 3. Эти не могут. Хэнку один и Буга один. И все, и ходят, и ходят, и ходят, и ходят. Как вы хотите выиграть на соревнованиях? Ну. Есть. Сэмбу есть, очко. Я с нуля почти догнал, вот не только выиграть.
Давай, дерни его и будешь. Да есть возможность. Миша, стойко. Ну-ну. Вот так вот. Стоп. Ушел. Не прижал ты его. Он попу перевернул, не успел. Ничего страшного. Давай, Макс, давай. Атаковать. Такой захват надо, с которого ты можешь... Маша, где рука? Руку снизу поставь! Есть оценка. Держи его. Держи руку, руку. С другой стороны надо было. Катерина, бал. Еще раз я тебе сказал. Даешь боль? Нету. А есть? Мать, есть. Есть. Тут есть. Посмотри на меня, Маша. Ты берешь сверху, где берешь за кость. Возьми рукой снизу. И все. И он тебя не бросит никогда через грудь. Миша, уход. Стоп. Миша, шина. Ходишь от той грудь. У меня три, у них почти. Да. Давай, Макс. Давай, Макс. Вот это сейчас не надо делать. Сейчас там Макс стойко. Базарь. Базарь и бутук. Все, Макс. Хорошо, бутук 5. Все. Кто там у нас? Две схватки боролся. Буга. Кто сейчас? Ты зашел, да? Буга ушел, в крышку вышел. 6. Что ты отпустила? Что, Матэ, я потому не говорил. Что он не за ковром. Ну и что, удержание идет за ковром. Она, кто? Она начала на ковре. Я не вышел за ковер. Поэтому один бал Маша. А там был бросок с ковра туда и все. Нету. Но! Есть сверху. Да, мама. Ты молодец, ел через грудь, но ты упал на спину, а потом его перевернул. Если ты перевернул его на спину, а потом упал. Так, сырку раз, два, три, четыре, господа, раз, два, три, четыре, тут пять. Сколько сейчас времени? Сколько? Почему пять? Сколько времени? 20? Нет, еще, у них еще есть, у них еще 20 минут. Кинку, стойку. Не, то есть я не вижу, что ты, какой прием ты будешь делать. Шайник. Ну на лицо давишь. Тут поднимайся. То есть у тебя руки на лице, поэтому я поднял. То, что ты хотел, ты берешь низко, надо брать выше. Правую руку снизу. Вот, вот, вот. Нет, не сверху, снизу. Снизу! Снизу! Вот сейчас мельницу! Вот, и выше. Теперь подходи к нему. Взяла? И подходи к нему. Выше встань, подходи к нему. И можешь бросать тогда. Мате, Маша, Мате. Каталин вышел за ковер. Шида. Все время такой захват. Он еще выйдет, значит все получит. Ой, сколько там? Два. Снизу, только снизу. И сейчас через грудь в эту сторону. Держать. Держать. Асайкоми. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. 7, 8, 9, 10. Мате, Маша, Мате. Нету. Маша, тебе. Один балл. Это у тебя получается 5-4. Катерин, надо отыграть. Дай засунуть сюда и мельницу, и все.
машиной не борешься. Ну, сырку давай. Влад, не мешай. Так я и говорю, не мешай. Держать! Акции коми. Раз. Сдался? Да. А что мне делать? Попытаться уйти. Нету. Нет. Итак, крынку выходит вперед, и имеет 2 очка. Что ты теперь мотыл уходишь? Тоже. Повторить надо. Пока не это самое. Стоп, виску. Виску. Наступи. Томат. Готовы? Отживай. Ну, котели. Свой. Належи. Бросок нужен в котеле. Не выходи. Ну вот мельницу котели. Не выходи, котели. Маша, что ж ты его заводишь? Наоборот, держи его там. Что было удержание, надо прижаться. Делай болевой. Стоп, Кателин, стоп. Что там? Есть. Молодец, наконец-таки, Миша. Давай еще этого. Максика. У тебя будет 2 очка, как у Хэнки. Ух ты, вот залезаешь ты так тяжело. Давай сразу его. Выше руку, залезь, как дэму сзади, блин, и все. Так. Раз, два, три, четыре, пять, раз, три, четыре. Катерина, осталось 10 минут. Бросай, бедро. Нет. Виском нет. Потихоньку падай назад. Макс, стоп. Матвей, очень долго готовишься. Это что, на? Я поэтому сюда. Сюда, стоп. Сегодня разве не надо было, чтобы Саша пришел? Нам нужно было, когда все это болело. А, Саша. А Поступевич? У него же девушка сегодня такой день. Да да, теперь приди мне шок, блин. И так 2 раза ходит, так еще и у него этот, блин, девушка у него. Что, она родила, что ли? Какой день, блин? Я сегодня 14. Такой день. У меня тоже святой маленький, блин. Макс, только. Ну, я не вижу, а по твоему захвату сделать ничего нельзя с этого захвата. До половины. 45 минут. Или надо его прийти. Вот в другую сторону Макса кидай через грудь его. Два. Да. Вот. Пах! До конца его веди. Вот так. 1 балл. Держи. Молодец. Миша, стойко. Он тебе сделал бросок, Хынку выходи. Эй, у тебя 2, у Хынку 2, у Миши 1. А сколько у меня? Миша, 2? А, я записал. Да. А, у Макса 1, да? Макс, устал? Нет, нормально. Я могу дать отдохнуть, Миша поборется. А ну, у тебя 1 очко, догони мешко. Возьми его 3 раза на колени, поставь, я ему 3 шида дам и все. Ну, делай бедро. Зачем ты эти придумываешь хитрые, блин? Жопа, блин. Жопа Новый год. Ну как так можно, ты не боишься? Рука правая, прямая, блин. Я буду. Держать. Так, раз. Ушел. Мате за ковром. Денис, я в шоке, блин. Столько ошибок. Блин. Какой, блин, пацан,
блин, и такие ошибки. Я в шоке. Ну-ка, Тамин, еще раз. Сбой, сбой. Руку. Стоп, 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 стоп. Стоп! Пиши. Да. Посмотри на меня. Захват сверху ты делаешь. Захват снизу. Рука согнутая. Тот из вас идет отдыхать? Нет, а я что не сделал, сейчас его переверну на базаре. Вот он был на базаре? Нет, здесь нет. Не нет, ушел. Не нет, 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 ушли, ушли. Ушли, 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 ушли. Сейчас осталось им 5 минут. Ну, Хэйтка, давай. Выше руку, выше руку. Бери на пояс, до пояса доставай. Сверх. Вот, вот. Сгибай его. Вот сейчас он сам упадет. Макс Шида. Ну не борешься. Но! Совсем до конца катарин, блин. Влад, не было? Не было. Почему? Ты что, упал и на живот? Но сырку собери, блин. 5 минут осталось. Макс, выше руку бери, правую. Правую, не за пояса выше. Держи! Макс, посмотри, Макс. Души, Макс, ты берешь здесь. Выше возьми, все, тогда пойдет просто. Ты берешь низко, поэтому ты лезешь, рука остается, и ничего сделать очень тяжело. Нет. Зацеп, если показал, то ниже цеплять. Покажи переднюю подсечку правой ногой, а потом заднюю правой ногой. Вывеси чуть-чуть захват. Вот так. Правильно, Макс, по ушам его, блин. Нет. Выше. Шею, шею, схвати за шею. И упади, и все. Макс. Так, у вас 30 секунд, застегиваю. Держи, Влад! Отпустил руку, ай-яй-яй. На него, иди, Влад! Держи руку на него! Есть Хэнку, стали 1 балл, 3 балла, Миша 2 и 1 у Макса. Так, время кончается у вас, я вас меняю одного из вас. Терпи, Маша, терпи, терпи, ничего не делай, просто стой. Куда руку поставила? Сейчас улетишь. Базаре. Стоп. Вискун в базаре. 1, 2, 3, 4, 5. Бутук. 1, 2, 3, 4, 5. Сыбут 4. Бутук. Быстрее, пока он дохлый. Вперед. Не надо ему отдыхать. Пользуйся пока. Мне надо его и потухать. Давай. Ложи его и держи. Ну дай задохнуть. Нифига, блин, пусть борется. Не надо выигрывать. Три минуты осталось. Так, Буга очко встали. Даник вышел. Буга имеет 3 очка. Даник 3. Вы боретесь, пока очка не будет. Пока кто-то идет. У вас осталось 2 минуты, Маша. Стряхни ручки. Упрись и все. 2 минуты.
если выигрывает, еще одна схватка. Если проигрывает, то все. Не давай. Переходи на удержание. Маша, стой. Ага, стойко. Надо было на болевой идти. Он держит одну ногу. Бери ручку, иди на болевой. Время идет, вот так осталась минута. Придется в стойке бороться. Очко Маше. Что там было? Очко Вискуну. Так, если бы, может, я перевернул, там нету ничего. Когда у меня была стена, я его остановил. Это в Азаре 100%. А ты не упал на бок, потому что упал на курдужину, да? Так что я бы перевернул. Маша. Что зачем? Ты упал, Ахрин, или кто упал? Что ты делал? Это все равно, что боксер. Вискун, очко. Бутук. Вон иди, Влад. Влад, можешь идти, пока сиди немножко. Влад, здесь. Вискун, походи. Катерин, заправьтесь, поклонитесь. Спрашиваете, чтобы я наказал. Почему? Это приведет к травме. Поэтому я еще раз прошу вас. Тем более вас. Этот цвет секции моей, вы такие ошибки совершаете.
чей бросок Денис только? А? Не мой. Я не вижу. Не вижу движения и бросок. То есть, если вам нужно бросить заднюю подножку, вы должны его чуть-чуть уйти куда? Назад, 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 потом вперед. Кателин, вы боретесь. Кателин, не надо сейчас бороться. Отработка в движении, Кателин.
Бороться будем. Thank you.
давай. Тяни около кисти, тяни. Тяни, тяни. Маша, просунь дальше руку, и прижми руку к себе. Возьми за туловище. Пон, пон. А я тоже делаю. Я не знаю, ты ничего не сказал. Я делал. А как? Я не упала на. Ну хорошо, окей. Я не упала. Так. Я не знаю, я не видел, но сейчас я видел. Маша, Маша один. Маша, был бросок, нет? Что? Оценивай, был бросок или нет? Был? Бросок был, но он упал на спине. Да, она тоже упала. Все, Капелин, я не могу. Я буду смотреть. Она тоже упала. Так ты упала, она упала, оба упали. Кто тогда делал? Я что ли бросок? Thank you.
минут идет. Держи его, Миша. За руку. Нет. Стоп, стоп. Говори раньше. Вот тут. Есть очко, Мате, Каталин, Образов считается, 1-1. Макс, остановись за ковром. Да не разговаривай, возьми еще раз, запусти и все. Стоп, подожди, да, все нормально? Смотри, Маша, если он берет сюда, значит будет бросать через грудь. А раз он берет сюда, значит делай мельницу. Я для чего мельницу тебя заставлял делать? Он все время будет через грудь бросать. Не давай ему пояс. Молодец, Каталин. Нет. Мате. Стоп, Мате. Листун, Мате. Миша, совсем плохо держишь захват. Надо за шею ты подмышку. Сейчас улетишь как... Мате! Мате! Так. Миша зашел, да? Да, он ушел. Кто из вас выиграл перед этим схваткой? Бескон. Бескон. Бескон ушел. Да, у нас лидер образовался. Нет. Смотри, там душит. Смотри, душит. Задушил? Да. О, Вискун, молодец. Я вам объясню. Два очка, Вискун. Опять сейчас через грудь. Держи, держи. Локоть держи, локоть. А Саикоми? Раз. Два. Три. Четыре. Пять. 6, 7, 8, 9, 10. Стоп, Маша. Маша, очко. Каталин, классно, классно, но не до конца доделал. Маша, 2-1 ведет пока. До конца, Миша, побоялся, блин. Нет, это не считается. Фактор. Делай болевой. Сядь на болевой, Даня. Борис, Борис Каталин, все, что она делает, она специально тебе на зло делает. Правильно она делает. То есть разозлить надо своего партнера. Если партнер злой, значит она правильно поступает. Так же ты делаешь. Нет? Стоп! Стоп! Каталин. На стойку. Даник, надо переворачивать. Что такое машина? А, Каталин. Оценка. Так, Вискун. Третье очко. Если будет болеть, скажешь, я тебе что дам. Каталин, не бей просто по ноге. Пожалуйста. Аджина. Еще раз. Маша 2, Каталин 1. Вискун 3. Бутук 3. Хинку 1. Буга 1. Отсеки. Пом? Конечно. Красивый бросок. Выставлю в интернет. Это... Нет, не выставлю. Если только буток разрешит тогда, а так нет. Каталин, бери ее сверху, захват, сади ее в бараний рог и все. Вот повыше руку и сади. Нет, он... Стоп, стоп, Каталин. Там за ковром не надо. Кирку, стоп.
понимаю, ты же отдыхал. Да, а ты отдыхал и не атакуешь, ты ждешь. Зажрать его, блин. Сверху захват подерни пару раз, упадет на колени, накажем и все. Нет, стоп. Андрюха, у тебя низкая вот эта рука. Ты хорошо лезешь на твой. Но вот эту руку, смотри, надо отпускать и туда. Вот смотри, вариант. Отпускаешь и туда, без захвата, за шею. Оценка, Маша, стоп. Или. Возьми выше захват тогда. Маша, оценка. Бросок, Хаджиме. 3-1. Ну была задняя подложка. Согласен. Хорошо. Да возьми, отыграешь, что ты смотришь, блин? Нет. Держать. А Сайкоми? Раз. Стоп. Сырку, стоп. Так, Даник, стоп. Буга, стоп. Маша, стоп. Вы остаетесь. Так. Перед этим кто у вас выиграл? Миша, да? Миша ушел, Добровский вышел. Зайди, сейчас, Денис, чуть-чуть убери. Подержись, да. Зайди ко мне. Маша, потом. Зайди ко мне и на диване в конце черный такой щиток. Наверху сразу лежит. Да. Иди сюда. Вот. Все. Отжимаем. Третья. Машенька, посмотри на меня. Ты влезла на заднюю?
и стоишь на двух ногах. Стоишь, стоишь, стоишь. Он тебя взял. Ты стоишь, стоишь, стоишь. Надо с падением делать. Хорошо? Стойко. 3-3. Нет, у тебя 4, у Бутука 3, у Сырбу 2. Сырбу 2, да. У Маши 3, у Каталина 3. Эти не могут. Кухенку 1 и Буга 1. И все, и ходят, и ходят, и ходят, и ходят. Как вы хотите выиграть на соревнованиях? Ну-ну-ну-ну-ну! Есть! Сырбу есть, очко. Я с нуля почти догнал, вот не только выиграть. Давай, дерни его и будешь. Все! И он тебя не бросит никогда через грудь. Миша, уход. Стоп! Миша, шида. Ходишь от той грудь. У меня 3, у них по 4. Да. Давай, Макс. Давай, Макс. Вот это сейчас не надо делать, сейчас там Макс стойко. Базарь. Базарь и Бутук. Все, Макс, комфорт сидит. Хорошо, Бутук 5. Все. Кто там у нас? Две схватки боролся. Буга? Кто сейчас? Ты зашел, да? Буга ушел, Хинку стойко. И, то есть я не вижу, что ты, какой прием ты будешь делать. Ну, на лицо давишь, тут поднимайся. То есть, у тебя руки на лице, поэтому я поднял. То, что ты хотел, ты берешь низко, надо брать выше. Правую руку снизу, Маша. Правую, вот, вот, вот. Нет, не сверху, снизу. Снизу! Снизу! Вот сейчас мельницу! Вот и выше. Теперь подходи к нему. Взяла? И подходи к нему. Выше встань, подходи к нему. И можешь бросать тогда. Мате, Маша, Мате. Каталин вышел за ковер. Шида. Все время такой захват. Он еще выйдет, значит все получит. Сколько там? Два. Снизу, только снизу. И сейчас через грудь в эту сторону. Держать. Держать. Асайкоми. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Мате, Маша, Мате. Нету. Маша, тебе. Один балл, это у тебя получается 5-4. Каталин, надо отыграть. Дай ей засунуть сюда и мельницу, и все. Даник, шина не борешься. Ну, Сырбу, давай. Влад, не мешай. Так я говорю, не мешай. Держать! Асайкоми. Раз. Сдался? Да. А что мне делать? Попытаться уйти. Нету. Нет. Итак, Хинку выходит вперед, и ты ей 2 очка. Что ты делал? Осторожно. Повторить надо. Пока не это самое. Стоп. Виску. Виску. Наступи. Готовы? Отжимаем. Ну, Каталин. Свой, свой, свой. Навяжи, 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 навяжи. Бросок нужен, Каталин. Не выходи, не выходи, не выходи. Ну, вот мельницу, Каталин. Не выходи, Каталин. Маша, что ж ты его заводишь? Наоборот, держи его там.
Поехали, болевой. Стоп, Катерин, стоп. Что там? Есть. Молодец, наконец-таки мешали. Давай, еще этого. Максика, у тебя будет 2 очка, как у Хэнки. Ух ты, вот залезаешь ты так тяжело. Давай сразу его. Выше руку, залезь, как дэму сзади, блин, все. Так. Катерина, осталось 10 минут. Бросай, бедро! Нет? Мешком нет. Потихоньку падай назад. Макс, стоп. Мате, очень долго готовишься. Это что, на? Я поэтому что даже... Сюда. Сегодня разве не надо было, чтобы Саша пришел? Нам нужно было, чтобы все приболел. А, Саша. А Постукевич? У него же девушка, а сегодня такой день. Да теперь приди, мешок, блин! И так 2 раза ходит, еще и у него этот, блин, девушка у него. Что, она родила, что ли? Какой день, блин? Я сегодня 14 лет. У меня тоже святой Валентин. Макс, только. Ну, я не вижу, а по твоему захвату сделать ничего нельзя с этого захвата. До половины. 45 минут. Или надо его прийти. Ну, в другую сторону, Макс, кидай через грудь его. Вот, пас! До конца его веди! Вот так! 1 балл. Держи. Молодец. Миша, стоп. Миша, стойко. Он тебе сделал бросок. Хинку выходи. Эй, у тебя 2, у Хинку 2, у Миши 1. Сколько тебя? А сколько у меня? Миша 2? А, я записал. Да. А, у Макс 1, да? Макс. Макс. Устал? Нет, нормально. Я могу дать тебе отдохнуть, Миша поборется. А ну у тебя 1 очко, догони мешко. Возьми его 3 раза на колени, поставь, я ему шит, 3 шита дам и все. Ну делай бедро. Зачем ты эти придумываешь хитрые, блин? Жопа, блин. Жопа Новый год. Ну как так можно, ты не боишься? Рука. Правая, прямая, блин. Я кушаю, блин. Держать. Раз. Ушел. Мате за ковром. Денис, я в шоке, блин. Столько ошибок, блин. Такой, блин, пацан, блин, и такие ошибки. Я в шоке, блин. Ну, Катерин, еще раз. Свой, свой. Руку. Стоп, 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 стоп. Стоп. Ты жив? Да. Посмотри на меня. Захват сверху ты делаешь. Захват снизу. Рука согнутая. Кто-то из вас идет отдыхать? Нет, а я что не сделал? Сейчас его переверну на базаре. Вот он был на базаре? Нет, здесь нет. Не было. Нет, ушел. Не было. Нет, 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 ушли, ушли. Ушли, 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 ушли. Сейчас осталось им 5 минут. Ну, Хэнка, давай. Выше руку, выше руку. Бери на пояс это основание. Сверх. Вот, вот. Сгибай его. Вот сейчас он сам упадет. Макс, шида. Не борешься. Но! Зацеп до конца, Катерин, блин. Влад, не было? Нет. Не было. Почему? Что упал и на живот. Но сыр, вот соберись, блин.
осталось. Макс, выше руку бери, правую. Правую, не за пояса выше. Держи! Макс, посмотри, Макс. Души, Макс, ты берешь здесь. Выше возьми, все тогда пойдет просто. Ты берешь низко, поэтому ты лезешь, рука остается, и ничего делать очень тяжело. Нет. Зацеп, если показал, то ниже цепляй. Покажи переднюю подсечку правой ногой, а потом заднюю правой ногой. Вывеси чуть-чуть захват. Вот так. Правильно, Макс? По ушам его, блин. Нет. Выше. Шею. Схвати за шею. И упади, и все. Макс, за шею. Так, у вас 30 секунд, за стебельную. Держи, Макс! Отпустил руку, ай-яй-яй. На него, иди, Макс, держи руку на него. Так, есть коньку. Стали, один балл. 3 балла. Ниже 2 и 1 у Макса. Так. Время кончается у вас. Я вас меняю одного из вас. Терпи, Маша, терпи. Терпи, ничего не делай. Просто стой. Куда руку поставила? Сейчас улетишь. Базаре. Стоп. Вискун в базаре. 1, 2, 3, 4, 5. Бутук. 1, 2, 3, 4, 5. Сыр будет 4. Бутук. Быстрее, пока он дохлый. Вперед. Не надо ему отдыхать. Пользуйся, пока есть возможность. Нечестно. Честно. Пока нечестно, он сейчас тебя крякнет. Держи! Нет. Стоп, стойка. Даник, что такое? Ударился? Все. Даник ушел, Макс вышел. Не давай, Маша, пояс. Не давай, осталось 5 минут. И здесь руку не давай. Уходи дальше. Ухо, плечо, плечо, руку, плечо. Не дай ему подойти. Правую руку ниже на плечо, не дай ему подойти. Осталось 4 минуты. Нечестно. Смотри, сейчас он тебя честно как шмякнет виску. Молодец. А ну, Денис. Зацеп более снаружи. Вот, умница. Через грудь его, назад. Матеш. Стоп. Я не видел. Но мне кажется, там не было. Макс, стойку. Макс, собери. Ну, Каталин, уже захват есть. Есть! Базарим. Вискун. Давай, сколько осталось? У Вискуна 6? Да. А, Вискуна. Где ты, Вискун? Мне надо его и потухать. Давай.
Ложи его и держи. Ты что, ну дай задохнуть. Нифига мне, пусть болит. Не надо выигрывать. Три минуты осталось. Так, Бук очков стали. Даник вышел. Бук имеет 3 очка. Даник 3. Вы боретесь, пока очка не будет, пока кто-то идет. У вас осталось 2 минуты, Маша. Стряхни ручки. Упрись и все. 2 минуты. Сербу, если выигрывает, еще одна схватка. Если проигрывает, то все. Не давай. Переходи на удержание. Маша, стой. Ага, в стойку. Надо было на болевой идти. Он держит одну ногу. Бери ручку, иди на болевой. Время идет, вот так осталась минута. Придется в стойке бороться. Очко Маше. Что там было? Очко Вискуну. Так, если бы, может, я перевернул, там нет ничего. Когда у меня была стена, я его. Андрюха. Остановили. Стоп. Это Вазари 100%. Ты не упал на бок, потому что упал на бурдужину, да? Так что я перевернул. Маша. Что, зачем ты упал?